Добро пожаловать на наш YouTube канал HardTrust Info. В данном видео я вам расскажу, как включить режим одной руки на устройство Xiaomi 11 Lite. Для этого зайдемте в меню приложений, выберем приложение настройки. Прокрутим вниз до пункта расширенные настройки, и тут будет пункт управления одной руки. И включим данную функцию. Для того, чтобы выйти в данную функцию, тут есть у нас подсказка. И мы вошли в режим одной руки. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!